рисовали с тыквой, по-моему, вместе, да? Да. Вот. То есть мы с вами молодцы, мы уже много делали. Почему? Раз работаем. Не знаю. Подвернула, может быть. Не артрит. Я об этом совсем не знала. Ты положи типа вот на обратно стаканчик. Я думала. Молодец. Что это вообще не видно. Вот, да. Бедный листочек. Да, шафу. Саша, вот видим ее прекрасное лицо. Она не прекрасная. Да, я покажу теперь ее работу. Она не прекрасная. Она не идеальная. Ты издеваешься? Прекрасная работа. Я тупая, да, я согласна. Так, давай. Она тупая. Я тупая. Давай. Она тупая. Да, да. Не на мою работу. Погоди, дай сюда. Много видеоблогеров. Мужиков. Ты похожа на Алёшу. Я похожа на Алёшу. Ты знаешь Алёшу? Я знаю, но нет. Нет, не похожа. Нет. Нет. Я сейчас тебя догоню и скажу тебе, кто ты на самом деле. Мне ее догнать два шага. А ну иди сюда. А ну иди сюда, сука. Ай. За что? Почему ты не можешь бегать? А, ну точно, а у тебя артрит. Да нет, не артрит, нормально, с артритом все нормально, вот с тобой. Артрит! Конечно, второй артрит. Артрит, который артрит. Логично. Логично? Логично. Автомат. А мне уже все равно. Четвертое. Так, у нас на тебе очки. Я ничего не покупаю, потому что я экономлю деньги. Поделишься со мной? С мамой. Поделишься с мамой? Может быть. Ура. Ты просто так стоишь. О, видимо, есть очки. Моя нога. Девочки, ты кто? А, слушай, я не отзываю. Меллер. Какой Меллер? Ты о чем? Это Ментос. Ментос, но только не Ментос. 50 копеек. Вообще-то это 50 копеек. 50 копеек. Опять будем доставать 2 недели. А тут есть Ментос? Нет. А потом кто-нибудь уберет. Логично. Нет, это смотри, куда. А я что? Блин. Хороший обзор. Обзор чего? Обзор потолка. Короче, я куплю себе воды. Меллер. Хорошая дочка. Фикс. Это я хотела. Да, да блин. Хорошая сдача. Быстрее, пожалуйста. Мне уже плохо. Отлично. Я тоже, наверное, воду. Молодец. Почему у меня постоянно глаз чешется? Фу, груша. Блин, я плачу, девочки. Мне 10 будешь. Нет. Что делать, не знаю. Я уже я не вижу груши. Ты не видишь груши? Ненавижу. А, из-за того, что мы их рисуем постоянно? Да. У меня не получается это, как это, перспектива? Объем? Объем. Что это? Я не знаю. Что это вообще такое? Что это такое вообще объем? О чем вы? Типичные вопросы с художки. А что такое вообще объем? Что такое художка? Зачем? Грустно было. Девочки, меняем ориентацию за пару секунд. Да.